что у нас время квалификации. У меня тестовый этап, новый чемпионат начинается. Porsche GT3. Называют Porsche Super Cup. Но на самом деле это никакой не Super Cup, а это обычные GT3 машины. 16 человек у нас сегодня на тестах. Вала началась и пошли интересные вопросы, сколько бенза на гонку надо. Вообще, такие вопросы лучше оставить для вармапа. Сегодня у нас будет две гонки по 25 кругов. Квалификация 10 минут, вармап 10 минут. Потом две гонки по 25 кругов. На второй гонке, по идее, реверс должен быть. По-моему, реверс топ-10 по итогам квалификации. Так, ну, здесь у нас квали-эскейп запрещен, поэтому... Надо не лохануться как можно раньше. Я на этих машинах почему-то очень медленно еду. Все-таки Porsche это самый специфичный из всех машин GT3. Наверное, на втором месте по специфичности все-таки пойдет Radical Turbo. Вот. Но Porsche, он сам по себе из-за его компоновки заднемоторной очень сильно бесит. Хотя когда-то я Porsche любил. Это было до того, как появились всякие GT3, другие. Когда ты поездишь на BMW или там на Aston, или, не знаю, на Mercedes GT3, то, конечно, то будет совсем по-другому ощущаться после того, как ты сядешь в Porsche. Когда после этих машин ты сядешь в Porsche. И заставить эту машину поворачивать очень такое сложное дело. Но плюс ко всему у нас тут еще двойной расход резины на тестовый этап. И Porsche мало того, что любит кушать резину, так еще и не любит поворачивать. Но тут он от этого страдает. На какой-нибудь переднемоторной машине, я думаю, проблем вообще не было бы с двойным расходом проехать. Конечно, эта тачка очень стабильна на разгоне, но эту стабильность убивает пляски на торможении. И в принципе эти пляски на торможении, они как бы и нужны получаются. Это, наверное, та самая часть, которая все-таки близка к Porsche Super Cup. Главное все-таки отличие от кубкового Porsche, это то, что тут больше настроек подвески доступно. Ну и доступен Traction ABS. Проблема в том, что во втором R-Factory суперкубковый Porsche есть только в виде мода. Недавно этот мод, конечно, обновили до последней этой шинной модели. Все-таки мод остается модом. По сравнению с вот этими официальными машинами Porsche GT3, все-таки Motot Enduracers не вытягивает совершенно. Я недавно его запустил, после обновления попробовал. Такое было впечатление, что я сел в Жигули после Porsche. Такой вот нереальный какой-то люфт был на руле. У меня и так, в принципе, G27 люфт заметный, а там еще был люфт у самой машины. Мы сегодня на нашей любимой тестовой трассе, конечно, катим. Это Eastern Creek. Единственное, что вот в последнем сезоне там не было тестов, потому что это был боевой этап в Eastern Creek. Ну а так у нас все чемпионаты начинаются именно с этой трассы. Именно на этой трассе все машины испытываются, и
не знаю, это уже добрая традиция. Тестовый этап обязательно первый на Eastern Creek. Вторые тесты у нас будут через неделю, и вторым тестовым этапом будет Сипанк. Там мы, конечно, расход резины уж точно это заценим. В принципе, тут самая большая проблема с этим расходом, что вот он сильно наказывает за ошибки. Так-то если чисто ехать, то еще можно стерпеть. Но вот одна ошибка и все, и это минус 20% резины. Причем какого-нибудь одного колеса, и потом, если ты одно колесо вот это сотрешь на развороте, оно тебя будет мучить и преследовать всю гонку. И это хорошо, если без проплешины обойдется, а если еще проплешины, то это гарантированная петли ехать. Хотя, зависит от размера проплешины, но во многом, если такой хороший разворот у тебя был, то потом, конечно, у тебя будет добрая такая проплешина. Отличный Порш. Как хорошо стену миновал. Вот такой разворот, ты даже тормозить не хочешь, чтобы ему эту резину сберечь. Так, стоп. Wrong way. Немножко подождать. Значит, если слишком много проехать, не в ту сторону, не сквальнет разом. А если ты это, увидел надпись Wrong Way, остановился, подождал, пока она исчезнет, ну или чуть-чуть подождал хотя бы, ты можешь потом еще чуть вперед проехать в обратном направлении и вернуться на трассу. Времена, конечно, у меня ужасно. Но в практике я ехал всего на секунду быстрее, не более. Вот как раз вот после разворота было убитое колесо. Заднее, правое. И оно как раз сыграло злую шутку. И самое страшное, что питлейн я уже проехал. Заехать со свежим комплектом и успеть еще на один быстрый круг, хрен его знает. Получается, теперь в первом повороте нельзя спешить. В итоге вот с двойным расходом бензина как-то так вышло, что вот я первый круг хорошо проехал, а потом, я не знаю, то ли давление в шинах поднялось, то ли они стерлись окончательно. Медленнее еду. Сам уже начинаю ошибаться. Все, последний круг в квале. Здесь, конечно, в этом быстром повороте опасно газ отпускать, это я уже понял. Ой, кто-то за мной упирается сейчас. Не покажет свой круг в квале. Что поделать. А куда ты?
тормозит Porsche ужасно. Тормоз не нажмешь, не повернет, а тормоз нажмешь, не остановишь. Я еще каким-то чудом не последний. Выиграл у Дубаневича 0,02 секунды. Где гулял Закиров по ходу квалификации, кто его знает. Но он там мог и 24 проехать, и 25. Но сегодня мы без сейфтикара едем. Обычная гонка будет. Но вот начиная с боевых этапов уже здесь появится сейфтикар. И это, конечно, тоже разнообразит гонки. Причем сейфтикар живой. Как обычно это у нас бывает. Так, у нас уже 19. Ищенко зашел. Так, и квалификация закончилась. Мы перемещаемся на вармап. 10 минут вармап. Самое время подумать, а сколько это у нас будет по топливу сегодня. Литров. 2,46 у меня был расход. Надо чекнуть. Расход резины у нас двойной, а расход топлива одинарный. Я надеюсь, меня вообще это нормально слышно. Я тут недавно винду переустановил, поэтому у меня OBS, я заново все настраивал. Звук игры, звук микрофона. Малик куда-то вышел. Может за руль сейфтикара пересядет, кто его знает. Специальные машины GT3, конечно, они по-своему прекрасны. А завтра еще вечером поеду в Watkins Glen, будет чемпионат GT3. Это будет в 23:30, по-моему, или 23:00, я не помню, довольно поздно. Там человек 25:30 обычно на гонку собирается, но это такой международный чемпионатик. Там, конечно, нужно два набора GT3, одновременно оба набора нужно ими владеть, чтобы ехать. Но зато есть выбор из 10 различных машин. Это очень весело. Я там еду на BMW M6, и эта машина, она просто великолепна в сравнении с Porsche. Потому что Porsche, он специфичный. Я очень часто в симуляторах не чувствовал вот этого вот веса, именно что у Porsche он на задней оси. Вот в этом GT3 он явно чувствуется как этот вес на задней оси играет злую шутку с машиной, если ты неправильно заходишь в поворот. Ты именно это чувствуешь, а не предполагаешь, что да, я ошибся, потому что это Porsche. Нет, ты это чувствуешь и понимаешь, почему ты ошибся.
Кстати, тут если будет старт с места, то это будет, конечно, очень весело. Так, топливо на 30 кругов получается. А в гонке у нас будет 25 плюс прогрев. Значит, можно лить меньше. Зальем 65. Сколько это будет? 25,8. 25 плюс прогрев. Накинем еще пару литров для безопасности. Куда-то делся. Вообще, куда-то у меня делась кнопка сброса фидбэка. Так как переустанавливаю AirFactor, потом все нужные кнопки не найдешь. Еще 4,5 минуты до конца вармап. Это я и не люблю, очень длинные вармапы тут. Нет, когда это перерыв идет между двумя гонками, то ладно, 10 минут это хорошо. Но ты все эти 10 минут обычно отдыхаешь между двумя заездами. Там заезд, если он без сейфтикара, то он должен занимать порядка 35-38 минут. Я даже думаю, что это будет ближе к 38, да, даже 40 минутам. Это еще будет зависеть от того, насколько быстро будут лидеры ехать. Да, еще от трассы зависит, от погодных условий. По-моему, ограничение по времени стоит 45 минут на гонке. Это из-за того, что у нас две гонки. Но это такой относительно спринтерский чемпионат получается. При этом вот в этом спринте, который, блин, казалось бы, да, там полчаса, ну, 35 минут, все равно тебя заставляют думать о резине. По крайней мере, вот больше всего разговоров в преддверии этого чемпионата было именно про резину. Казалось, что будет обсуждать больше всего там целесообразность перехода на платную машину для основного чемпионата. Да, это пофиг для всех. Она стоит эти 5 баксов или сколько там. В рублях, наверное, это 400 рублей. Машина стоит. Набор из 5 машин первоклассных. 1000 рублей. Для всего остального есть мастер-карт. Мали опять куда-то перезаходит.
надеюсь, он недолго. Чтобы мы его не ждали. У нас 1,5 минуты остается до старта гонки. Весь январь мы катали очень много фан-гонок, но я ни одну из них не стримил. Но еще будут, кстати, фан-гонки. Фан-гонки у нас будут в понедельник. Это Формула-1 98 года. Точнее, как Формула-1. Там есть один единственный Макларен стоковый. Макларен MP4-13. Чемпионская машина Мики Хакинена. И вот этот Макларен, конечно, мы будем катать, укатывать в понедельник на Сузуке. Причем Сузука со старой версией Шиканы. Еще в которой там просто сено зарубились. Ну а во вторник Чемкары 2005-2006 года будут в Лонг-Бич, тоже знаковая трасса. Это будет весело. А следующий четверг, через неделю, у нас второй тестовый этап. В принципе, на тестовые этапы GT3 можно и без регистрации. А вот уже с февраля пойдет все по-серьезному. С февраля уже заканчиваются все эти планы. Пойдут чемпионаты. У нас сейфти кар. Почему-то сейфти кар на 12-й позиции. Все нормально. Сейчас на 12 позиции Зиборов. Сегодня мы едем с сейфити-каром. Я так понимаю, за рулем Александр Малий сегодня. Я, наверное, не буду заходить в TeamSpeak. Хотя там все объявления о выезде сейфити-кара идут в TeamSpeak, но они дублируются в игровой чат. В принципе, игровой чат, конечно, имеет, как это назвать, перевес, преимущество над тем, что скажут в TeamSpeak. Приоритет. Вот. Так, еще раз прогоняем решетку, чтобы убедиться, что все на своих местах. Ну и время стартовать. Да. Не могут почему-то это стартовую позицию для сейфтикара прописать. Ну, да, я думаю, и фиксили, но все равно он на решетку выходить не будет. Первые 18 мест назначены, значит, сейфтикар встанет на 19 место, только по-любому.
Так, а у меня вот, оказывается, чатик не работал. Всем привет. Виктор, Сергей, Сергей. Так. Кстати, да, хард. Я не знаю, хард, не хард. Я, наверное, поставлю для первой гонки медиум, а во второй гонке посмотрим. Место старт. Отличный вопрос. В принципе, если есть желающий на Safety Car, то без проблем я ему куплю сам этот лично Porsche. Чтобы не было обидно человеку покупать машину и весь сезон на ней не ехать. То же самое с трансляциями. Если кто-то хочет делать трансляции, да милости просим. А Porsche мы этот предоставим, чтобы на сервер заходить. Другая, конечно, будет беда, что этот Porsche, кроме чемпионата Porsche GT3 на VRK, с ним так нигде и толком и не поездишь, только офлайн с ботами. А все онлайн-чемпионаты, конечно, сейчас требуют наличия либо первых пяти, да, там, прошлогодних GT3 машин, либо сразу 10 машин из двух наборов GT3. В принципе, если купить вот эти оба набора GT3, то, конечно, не пожалеешь. Сейчас довольно много на них катают, но и чемпионаты, в принципе, получаются массовые. Чертов АБС. Что, гоночка? Блин, я не вижу светофора. О, кто-то сзади хорошо стартовал. Закиров был. У нас светофор хорошо среагировал. Сегодня, кстати, мы все едем в одинаковых раскрасках. А дальше по ходу сезона это должно дело быть поправлено. Потому что до сих пор на эти новые машины не опубликовали шаблоны, по которым надо рисовать. Опа! Что, Safety Car будет? Офигеть. Вот это выстрел был. Не, я знаю, что я медленный и слишком осторожный для первого круга. Но все равно. Едешь, дальше будешь. Я медленный и неисправимый. На всякий случай все-таки трекшн я включу, потому что да, хоть это и Porsche, но
по мере износа резины он будет преподносить сюрпризы. Ребятки, как вы страшно приближаетесь к зеркалам. Самый нелюбимый поворот. Точнее, вот эта вот вся связка последних поворотов, я ее ненавижу просто на этой трассе, да и на этой машине. Это такая длинная стартовая прямая, но атаковать на ней бесполезно. Надо переставать смотреть в зеркало на торможении. Вроде бы еще до таблички 100 начал тормозить. Что-то испугался. И не попал. О, загладка позади меня. Лэк, который говорил, что больше кузова не вернется. И проклинал их после чемпионата В8. Сорненко сошел. Mm-hmm.
получается, кто-то еще помимо Писаненко сошел. Я не вижу это. 18-й где на трассе. Пилот. Зиборов. Там, видно, штраф отбывал тогда, получается, или что? Или ремонтировался. А, да, он едет на трассе. 18-й Зиборов едет. Где-то перед 10-м местом. Мне кажется, у меня либо чатик не работает, либо туда никто не пишет. Что за машина? Нулик. Это... Интересно, чего это он? Ну что, на софте стартовал, и потом ошибся где-то. Thank you.
По расходу резины сразу видно, что поворачиваю я задними колесами больше, особенно задним правым. Нет, возможно, я поворачиваю передними колесами, но вот именно всю работу в повороте выполняет заднее правое. И при разворотах тоже. Потому что иногда я слишком много работы прошу выполнять это колесо. Получается, мы минут 15 едем уже. Поехали 9,5 кругов. Отнюдь не полдистанции. Каким-то образом у меня сразу две кнопки оказалось назначено на одну. Я Traction Control это на F1 F2 назначил. Сейчас вот F2 нажал, чтобы повысить Traction Control. И смотрю, это он мне зачем-то хотел включить помощь этот F2, который оппозит лоб. Слава богу, она на сервере запрещена. Был бы это неприятный сюрприз. Если бы играя с F1 и F2, я бы мог включить какие-нибудь там это steering help'ы. Кстати, буквально вчера ездил на сервере, где этот steering help еще был разрешен даже. F1. Забавная вещь, но такие сервера еще есть, они не вымерли. Там была Формула Е, но там на Формулу Е пришло 11 человек, неожиданно. Обычно весь сезон посещаемость была порядка 5-6 человек. Тут вдруг пришло 11 и начал сервер не выдерживать. Что там сервер был как-то тупо настроен. На 256 килобит в секунду, это что ж такое? Пришлось админу рассказывать перед квалификацией, как это все лечить. Ну что, в эту субботу, по идее, другая Формула Е должна быть на SimRacing Online. А все посерьезнее и народу, может, тоже побольше будет, кто его знает.
восьмерок сошел. Удивительно, спасся. Вот не любит Порше быстрые повороты. И это у него не лечится. По идее, в медленных он, конечно, должен быть быстрее других GT3. Особенно на выходе из медленных. Но быстрые повороты, по идее, это не его стихия. Эта машина без легкого касания педали тормоза вообще не поворачивает, ну, по крайней мере, у меня. А если поворачивает, то очень неохотно. А с другой стороны, конечно, тормоза очень специфичные. Круговые пошли. Так, а мулик это за позицию, точнее круговой. Но я, походу, его уже упустил. Ну, примерно сейчас у нас середина дистанции. Блин, эта машина вообще не тормозит.
Ох ты, кто-то улетел сзади. Твое место. А кто у нас был шестым? Махловов или Царев? Секунд. Подождем. Торможу, возможно, неверно. Я вообще привык на GT3 именно на переднемоторных ездить. Я не знаю, тут у меня, конечно, с Porsche вечные такие вот непонятки. Хотя, что касается этого мода, Flat 6, Flat 6, в свое время он мне нравился. Именно в той версии, где они это 4.0, где убрали автоблик. Там надо было педалями работать, я не знаю как. Чтобы эта машина тормозила. А здесь ты все-таки ждешь, что это GT3, что тебя тут начнет сейчас ABS и Traction выручать, что машина будет себя хорошо вести. На деле эта машина не такая простая, как кажется. Легкое касание педали тормоза, эта машина сразу поворачивает. Не знаю, как будто тормоза тут соединены с рулем. Чем соединены напрямую. Ну или как будто машина тормозит только одной стороной. Так как в формуле Е сейчас придумали баланс тормозов не вперед-назад, просто регулировать, а еще лево-право.
там скорее баланс этого регенерации, так, по-моему, регулирует. Закиров что-то там в последнем повороте стоит. Видно тоже, как и я не тренил. Питах, по-моему, стоит. Мне показалось. А, это сейфти кар. Сбил. Ух ты, чувак позади меня еще сильнее табличку сбил. Закиров сошел, походу. Понял, не задалось. Не, у меня, конечно, тоже не задалось, но я еще еду. У Царева еще сильнее не задалось. Блин, я под ним не смог проехать. Я хотел под ним проехать, но я не смог проехать. Слишком высокая машина. Это, конечно, было красиво. Вот
Интересно, в Warfactor есть повреждение крыши? Почему-то повреждение подвески мне показывает. Хрен его знает. Эта машина должна ехать. И то это повреждение подвески, оно может показывать за счет того, что я там этот конус сбил, точнее не конус, а эту табличку. Хотя слишком сильно для таблички. Сколько лидеры завершили? 23,5 круга. То есть, в принципе, следующий круг, на который отправятся лидеры, может быть последним. Не, он и будет последним. Да, лидеры уже на последнем круге. Царёв сошёл. Что ж ты не видишь так? Спит. Может, царёва обгоню. Так, ну вроде успел перед лидерами. Сейчас еще на один круг уйду. Я вообще-то еще не финишировал, ребята. Ну и Царёва я все-таки обошел. Машина у меня, по-моему, после аварии вообще не едет. Никак, она едет, но только прямо. И то не всегда прямо. Не поворачивает. Я реально не несет. Вроде бы стараешься руль лишний раз не крутить, чтобы так не несло. Когда мимо поворота едешь, крутить все равно придется руль. Так и несет. Откуда рестарт и кем? Я еще не финишировал. И там еще кто-то был не финишировавший, по-моему, передо мной. Ну или мне показалось. А у меня еще и клавиатура сбилась, раскладка.
Куда это Алисов сливается, мулик. Самохвалов куда-то сейчас исчез. Слабенько, ребята. 52,40. На чем они ехали? И рестарт. Загладька просит. Загладька и рестарт. Блин. Две несовместимые вещи. Я, кстати, насчет 2х так и не понял. Что-то скользит и скользит. У меня аж, не знаю, наверное, на 11х, на 1х попробовать. Я не пробовал Porsche. Ну, это, наверное, привычка у меня с BMW идет. BMW, в принципе, он передними шинами хорошо цепляется, а зад у него, ну да, если несет, то это просто зад доворачиваешь в поворот этим. Porsche, походу, реально трейл брейкингом завозить. Но я и так еду, блин. У меня лучше круг на 5 секунд медленнее, чем у лидеров. Если еще и тормозить больше, то я вообще буду ехать 1.35. Так, Кожевников ехал на медиуме. Алисов, похоже, тоже на медиуме. Ну, кстати, баланс, да, баланс это портит резины, потому что она в два раза сильнее начинает греться. Air Factor 2, он такой хитрый, он запоминает весь этот нагрев резины, потом это тебе дорого аукается. Вообще, мне очень запомнилась, помню, гонка на этих, на ретро-наскарах Десантер 74. В итоге, что я там ехал до какой-то трассы, где вообще тормозить не надо было, но постоянно перегревал там, по-моему, переднее правое колесо. И в итоге от постоянного перегрева у меня начались дикие вибрации на руле. Не знаю, такое впечатление, что R-Factor симулирует такое расслоение резины, пузырение. На этом реально я ни разу не нажимал на тормоз при гонке, и у меня руль просто начинал это дребезжать. А потом после пит-стопа все в норму приходило на свежей резине. То есть постоянно перегревать резину — это опасно. Thank you.
У нас еще целых 5 минут вармапа. У нас осталось всего 14 человек на вторую гонку. Получается, кто сбежал? Писаненко сбежал, Мулик сбежал, Алисов сбежал. О, 2,5, меньше 2,5 нельзя поставить на этой машине, да? Сзади меньше 1,5 нельзя поставить. Это хитрая машина. Зато можно аж минус 6. Шикарно джойстики у нас. Ой, да ты знаешь, мне не видно даже на компе, что в там чате пишут, потому что рифты в Air Factory 2, они просто ужасные, которые вот в этом интерфейсе, да еще эти цвета шрифтов делают их только хуже. Не знаю, чего им не хватает. Какие-нибудь тени под ними или сглаживание. Алиса пишет, что с питом вообще нет смысла ехать. Если только под сейфтикаром заезжать, и то вопрос. Кожевников пишет, что вообще хотел хард поставить. Но на пробу взял медиум. Упсак пишет, что вот и я медиум обул. Поначалу казалось, что отличия от софта нет. Жевников сетует, что его на первых кругах какой-то круговой подбил. Алисов медиум ехал, но говорит, что убил его сильно. Жевников медиум. Зиборов жалуется, что его жестко убили. У Кожевникова осталось 52 слева, 40 справа резины. Так. Так, а у нас остается порядка минуты. Очень надеюсь на новый интерфейс перфактора. И там хорошо так Кожевников подпрыгнул. Так и там уже будет проблем с чатом поменьше. Хотя есть проблема другая. В новом интерфейсе этот чат он будет спрятан. Он будет со стороны выезжать. Справа. Когда ты на кнопку нажмешь, чат откроется. Кнопку нажмешь, чат закроется. А вот такого, чтобы ты там, не знаю, сетап крутил и постоянно видел чат, такого не будет. Ты будешь видеть, что там новое сообщение приходит. А вот то, что это...
что это за сообщение, ты не будешь видеть, пока ты чат не откроешь. Хотя, возможно, сделают что-то такое, что будет новое сообщение высвечиваться поверх интерфейса. Как, например, не знаю, как уведомление ВКонтакте всплывает. Надо еще будет посмотреть. Все-таки новый интерфейс будет на HTML5 движке. И там уже вот это не будет проблемы, когда ты заходишь, а у тебя раскладка русская стоит, и кракозябрь пишет, потому что нет, не знает эту кодировку. Стандартный интерфейс. А букса зашел и что-то вышел сразу. Попробуем подождать. Я пока чай попью. Так. Конечно, вот этот Porsche, он смотрится уже намного интереснее, чем все остальные машины за счет новых шейдеров. Эти вот матовые поверхности черные буквально радуют глаз. При этом видно, что часть матовая, часть глянцевая. И если это все реально можно будет в скине играть, да, там делая одну наклейку, да, там общий там цвет металлик сделать без проблем, да, а наклейки какие-нибудь это матовые или наоборот всю машину матовую, а наклейки нацепить, как это сказать, глянцевые. По идее, это можно будет делать. Вот это вот регулировать, где какой материал, это должно быть можно. Так, все, букша зашел. Ну что, букша зашел, спросил, сколько топлива лить, и мы поехали. В принципе, что касается букши, то букши на этих машинах он выступал, он ездил, причем ездил неплохо ведь. Но в других чемпионатах, против других машин GT3. А здесь у нас все на одних одинаковых машинах. Так, я стартую 11-м. Ну я 11-й. Не знаю, почему я 11. Я не так высоко финишировал.
страшные звуки. Это сбил абсолютно все конусы. Привет, Холян. Ты еще живой? Как ты там без первого эрфактора справляешься? Реально, у меня на одну и ту же кнопку получается это. Две функции назначены. И Traction Control одновременно, и Steering Help. Ага, чё там меня так сам переставил. Ничего, потом загладка переставила. Да. Светофоры еле видно. Вот так вот. Закиров не реагировал, чтобы загладка пораньше тормозить начал. Не смог с ним дорогу поделить. Главное вовремя испугаться за гладька, когда станешь сетых. Это старыми мы стали. Все болячками миримся. Ничего, ну загладка спина болит, а все равно ездит. А Зиньков вообще инвалид и чемпионом стал. Тоже надо какую-нибудь это болячку себе придумать. А то я слишком медленный. Офигеть. Я вроде как еще никого и не зацепил из этих двух. Точняк не зацепил.
я старался всю внешку оставить. Дубаневич сошел. Что, V8 мне в этом первом повороте не везло, что тут не везет. Ну, теперь я, как всегда, последний из тех, кто едет. Уже на секунду быстрее еду, чем в первой гонке, потому что я хард поставил. Да и машина у меня немного побитая.
Блин, скорее бы уже завтра из нормальную машину съездить. За свой любимый BMW M6. Вот этот GT3 как GT3 будет. Это я не знаю, это... Это порожец какой-то. Закиров опять страдает. Машина вообще не хочет поворачивать. Не хочет поворачивать, так как я от нее жду. Почему-то от нее жду, что она... умеет это делать. Вот. Привыкнуть к Порше сложно. Реально сложно. Надо мне в комментаторы обратно идти. Вот сколько же в пятницу на прошлой неделе нормально ехал себе GT3. На этом же наборе машин. 50 минут, но практически без ошибок. Правда, там у меня была BMW. И был Поль Рикар. Но Поль Рикар, в принципе, там тоже затяжные повороты, не знаю. Тоже быстрые повороты. Трасса не самая простая. А там бы я на Порше точно не смог.
Одно радует, что я не один такой лошара, мучаюсь постоянно. Но все-таки как-то остальные мучаются, это... Не с такими потерями времени, как я. Атакует Пестова. В принципе, вот тут, ребят, плотная группа. Лучше Пестов, именно. Конечно, вот на главной прямой атаковать сложно, потому что вот этот первый поворот, он быстрый. Не всегда все могут задержаться. В принципе, и Букша, и Пестов, пилоты опытные. Букша все-таки прошел вперед. У нас Кожевников лидирует, Сарёв второй, Кусак третий. В принципе, на Кусаком круговом. Бутсов идет четвертым. Впереди кто-то ошибся. Это Зибров, походу, ошибается, да. А Зибров у нас круговой, а? Кожевников. 1.24, 820 только. Хотя это, мне кажется, это у меня что-то не то. Тайминг. Тут у нас 26-0 в этой гонке у Закирова. У Закиров идет 14-й, ну, даже нет, за 12-й он идет. Терять ему там нечего. Вот именно у Буксов это за 4-ю позицию. Букша уже тут недалеко за ними. Кожевников на медиуме. Царев на совке едет. На втором месте сейчас идет у него софт. Куцак. Третье место софт. Буцев. Четвертое место софт. Именно софт. Букша. Букша медиум. У нас позади. Позади у нас половина гонки. На 14 из 25 кругов. То есть первое, шестое место у нас медиум. Второе, третье, четвертое, пятое это софт. Сейчас вот мы смотрим бортовую камеру Буцева. Буцев у нас идет третьим. Его преследует Пименов, за Пименовым Букша, а за Букшей Пест. Пестов это уже седьмая позиция. Вот интересно, на чем он едет. Так, Лихачев на медиуме, а Пестов у нас на чем? Ну, блин, попасть не может. Вот Пестов на медиуме тоже едет. Ну,
интереснее всего Псарёв, Куцак, Буцов и Пименов. Как они доедут эту гонку? В принципе, Пименов уже попадает под атаки Букши. Букша будет в первом повороте лезть. Ну и пролез. Букша выходит уже на пятую позицию. Пименов откатывается на шестое место. Вот, у Кожевникова 6 секунд задел над Царёвым. У Царёва 6 секунд над Куцаком. Куцак, в свою очередь, на 4 секунды опережает Буцова. Вот все-таки здесь вот за Буцовым довольно плотно. Буцов, Буцов именно. Тестов не может в их темпе держаться, но он тоже, он где-то недалеко. Как только эти ребята будут ошибаться, или как у них поплывет резина, Тестов будет тут как тут. Позади у нас 15 кругов из 25, еще 10 кругов ехать, это довольно много. Кто-то у нас на питлейне, по-моему. Зиборов сошел. А Тищенко на питлейне. Вот там у ребят приключилось. Последний круг Кожевникова 1.30. Царёв при этом 1.28.8. Куцак и Буцов и Букша 1.29 едут. Посмотрим, к чему это приведет. Рано или поздно Букша должен есть Буцова, потому что, в принципе, резина даст о себе знать. 17 кругов из 25 позади. Кстати, Куцак нагоняет Царёва. Даже Куцак, я скажу, прошел Царёва, у Царёва где-то была ошибка. Уже позади Царёва, вот и Буцов, и Букша, и... Кстати, Букша пытается этим воспользоваться, потому что впереди медленный Царёв, присматривается к атакам. Именно рядом, именно не отстает. А вот Пестова не видно, Пестов где-то далеко. У нас тут третье, четвертое, пятое, шестое место, все рядом на трассе. Куцак таким образом вышел на второе место, у него 8 секунд до Кожевникова. И порядка 6 секунд преимущество над Царёвым. Царёв сам убрал. Но у Букши небольшой контакт с Буцовым был, Букша сейчас пропустит, может, вперед. Пименова, да, Пименов выходит на четвертую позицию, Букша откатывается на пятое место.
промахивается как-то немного мимо поворота. Это не так страшно, казалось, для него. Кожевников сейчас самый быстрый на трассе, 1.28.5. Кроме него из 1.29 никто не выходит. Старёк уже на 7-ю позицию откатился. Андреа Ван Кеспер вышел на 6-ю. Сейчас смотрим с камеры Дениса Пименова за борьбой. Пименов, Буксов и Букша. Между первым и вторым местом 10 секунд. И разрывы довольно большие в этой гонке. Я даже не знаю, что сказывать. И класс пилотов разный, и скорее всего, может быть, подготовка разная еще была к этому этапу. Сейчас этот OBS не настроен, можно было бы включить эту графику. Красивую. После переустановки винды как-то еще не все обратно поставил. У меня тут один только захват игры в источниках OBS. Раньше их было там штук 10 разных примочек. Опять же, Букса у нас довольно низко стартовал сегодня. Если он мог на прорыве убить резину, это не идем. Это даже не хард. В конце первой гонки у лидеров там оставалось 50-40%. Букса все, Букса резина закончилась. Букса ушел в разворот. И Пименов. Пименова тоже резина закончилась. При этом у нас еще 5 кругов до финиша. Таким образом, Букша вышел на 3-ю позицию. Именно 4-й. Кеспер вышел на 5-е место. Ну а Буксов у нас провалился на 6-ю позицию. В первом резина, скорее всего, закончилась у Царева. И тогда с ним что-то случилось. Сейчас он видно, что в первом повороте буквально дрифтит. И его нагнал Лихачев, и Лихачев не ожидал настолько медленной машины, не смог увернуться, в итоге врезался. Закиров на 9-й позиции. Сейчас на 8-й прошел Лихачева. То есть у Царева резина ушла, у Буцова резина ушла, у Пименова резина ушла, Букша пока еще едет. Но опять же, Букша у нас на медиуме. Куцак на софте, второе место. Кожевников на первом месте идет на медиуме. Неужели я единственный в этой гонке пробовал хард? Да и то я, конечно, не слишком удачно его попробовал. Ищенко у нас вновь на петловине. На 12-й позиции. Загладька 11-й на медиуме. Царев сошел. Таким образом, Закиров вышел уже на 7-ю позицию. От Казьминых у нас на 9-м месте идет на харде.
он единственный, кто выиграл хард. Точнее, единственный, кто остается в гонке на харде. И став на медиуме, спокойно вышел уже на четвертую позицию. Именно провалился и позади Буцова теперь. Буцов пятый, именно шестой. Закиров седьмой, Лихачев восьмой. Лихачев уже девятый, Кузьмин еще не пошел. Скорее всего, у Лихачева повреждена машина. Загладка 10, и он круговой. 9 пилотов остаются в кругу Сильвера. 22 круга из 25 позади. Лидировать продолжает Павел Кожевников. У него 1.29.6 времена. 1.30 едет Алексей Куцак. Букша 28.5. Также у нас из Закира выходит из 29, 28,9. Два пилота у нас едут быстро по трассе. И Куцов, и Пименов. Куцов едет 1.30, Пименов 29,5. Веста под 1.30. В принципе, вот намного отличается гоночный темп от квалификационного. В квалификации ехали спокойно 25-26, а тут 29-30 долгон. А лучший круг 28-0, да, остается? Нет. 26-0 лучший круг. Лучший круг, но практически у большинства пилотов 27 круги идут. 27.4, 27.5, 27.9, 27.7, 27.8. Из 27 по лучшему кругу вышли только Кожевников и Закиров. Снова борьба Пименова с Буцовым. Это единственная пара на трассе, которая борется друг с другом. Кожевников первый, Куцак второй, Букша третий, Пестов четвертый, Буцов пятый и Пименов шестой. Куцак на 12 секунд отстает от Кожевникова. Тищенко, Царёв, Зиборов сошли. В итоге 10 машин всего в гонке осталось. Кожевников, по идее, ушел у нас на последний круг. Уже на круг догнал. Загладка. Пестов. Кстати, Буцов, Пестов и Пименов довольно близко на трассе вдруг оказались. А Кожевников, он, по идее, у нас сейчас на последнем круге. А перед ним круговой Кузьминых. Сейчас все зависит от желания Константина продолжать гонку или финишировать пораньше. Ну, в принципе, Кузьминов еще на один круг поедет, а Кожевников, в свою очередь, увидел клетчатый флаг, и для него это финиш на первом месте.
Куцак сейчас будет вторым, Букша третьим. А вот Пестов сохранил третью позицию, четвертую позицию, Букша и Пименов не смогли его достать. Хотя на последнем круге они оказались все втроем довольно близко друг к другу. Но вот в итоге и Пестов и Буцов доехали до финиша, и Пименов. Хотя одни ехали на харде, другие на софте. Интересно, после гонки сколько у кого осталось софта. Закиров у нас седьмой. По идее он еще не финишировал. И кроме него еще Казьминых на трассе. Казьминых тоже пока еще не финишировал. Вот такие вот результаты. Закиров, ну и Казьминых. Казьминых сейчас до финиша доедет. Теперь все финишировали. Кожевников первый, Куцак второй, Букша третий, Пестов четвертый, Буцов пятый, Пименов шестой, Закиров седьмой, Казьминых восьмой, Лихачев девятый, Загладько десятый. Ну, не финишировали Царев, Тищенко, Зибров, Мешков, Дубаневич. И Фитикар на трассу предпочел не выезжать. В общем, на этом все. Через неделю у нас второй тестовый этап, который будет в Малайзии на трассе Сепанг. Ну, а в понедельник Сузуки на Формуле 1 98 года поедем, а во вторник на Чамкарах 2005-2006 года в Лонг-Бич. Вот это будет весело. Городская трасса.